Жінка та автомобіль – ця тема завжди привертала до себе увагу як серед чоловіків, так і жінок, бо хто ж буде кепкувати з білявок за кермом? Саме про жінку і автомобіль будемо говорити сьогодні в нашій студії. Ну, звичайно ж, не про білявок взагалі, будемо говорити про жінок. Чому ж про білявок? Про автомобілі сьогодні в нашій студії чудові гості. Дуже вас люблю, насправді дивлюсь ваші програми і проекти. Це сьогодні у нас Михайло Прудніков у студії, директор Дніпровського науково-технічного музею машини часу і авторка проєкту про автомобілі з автомобільною тематикою Лариса Максименко. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Здравствуйте, дорога. З приводу проєкту, з приводу того, про що буде йтися у такій темі, як жінка та автомобіль, от з самого початку, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт? Ну, давайте я вам почну с чего все начиналось. То есть на сегодняшний момент в Музее машины времени открыта выставка «Жинка и автомобиль», в которой мы рассказываем о том, как существует гендерный стереотип или он не существует, должны сделать вывод зрители, которые к нам придут и прослушают экскурсию. Мы показали 5 эпизодов, где постарались раскрыть тему, как женщина завоевывает право рулить. Потому что это было достаточно непросто. Все начиналось в 1910 году, когда Зинаида Бродская села в автомобиль, хотя права выдавались только мужчинам, на тот момент еще в Екатеринославе. Далее мы рассказываем про наш электротранспорт, который в Екатеринославе существует с 1897 года. И, опять же, на примере того, когда мы сейчас с вами пользуемся услугами трамвая или троллейбуса, мы не обращаем внимания, кто управляет этим видом транспорта. Угу. Сели и поехали. А вот, дуже багато жінок, насправді. Да, а на самом деле, то есть, когда мы получили эти данные, то есть 297 девушек управляют трамваями, ну, на линиях Днепра. То есть, ну, самый длинный маршрут тоже интересный, его протяженность 19, около 27 километров. Ну, вопрос не в технических данных сейчас, а именно в том, что мы не обращаем внимания, когда нам комфортно. Но только мы видим кого-то на улице в красивой машине и еще и блондинку, ну, то все, она, так, по мнению мужчин, становится, ну, страшная пословица, не буду ее говорить. Не надо про обезьян, Михаил. Ну, из ваших уст это будет уже не банально, а просто... Мы просто защищаем машину. Да, но я хотел дальше дать подачу. То есть у нас есть уникальные случаи, когда женщина завоевывает, выгрызает себе это место даже в пожарной команде. То есть вот на открытии у нас была Карина Хачатрян, которая управляет реально 5 человек, едет в автомобиле КАМАЗ. И когда случается чрезвычайное происшествие, она командир этого экипажа. То есть эта девушка была на открытии весьма физически подкачанная, красивая, симпатичная и с большими целями. То есть я только хочу пожелать ей успеха пройти по линии по службе, стать, я не знаю, есть ли пожарные генералы, ну, то есть чтобы она... Министром. Да, ну, как минимум, министром МЧС стала в ближайшие 20 лет. Ну, жінкам можна довіряти, я думаю, так? Ларисо, да. Як ви вважаєте? Жінка в автомобілі – це хто? Хто вона там? Вы знаете, жінка в автомобиле, женщина в автомобиле, мужчина в автомобиле. Ну, мы о детях не говорим, мы сейчас говорим о водителях вообще. Да? Вот изначально, честно скажу, вот я не скажу, что я готовилась к этому эфиру. Но я сегодня просто почитала, что есть гендер. Вот как-то я понимаю, что это, да, вот объяснить это сложно. Надо 5-летнему ребенку объяснить, что есть гендер. Это вообще социальный пол, социально-культурный пол. Так-так. Гендерное неравенство. Социально-культурный пол, ребята, на самом деле, вот смотрите, есть понимание мускулинности. Это ярко выраженные мужские черты, напористость, агрессия, добиваться цели, дерзость. Есть феминность, чувственность, нежность и прочее, да? Забота, вот женские черты характера, да? Есть андрогинный тип. Вот я, допустим, мы, кстати, все представители, возможно, если внешне нас определить, андрогинный тип. Это когда говорят, вот женщина завоевывает и прочее. А это в данном случае адаптация к... Мир меняется. И ярко выраженных мужских черт, ярко выраженных женских черт нет. Вот как. И вот когда мы за рулем сидим, мы кто? Мы водители. Причем здесь пол.
Так, причем тут моя женственность или моя неженственность? Правда, или Мишина мужественность? Я хотел сразу говорить и добавить, что ну, вот она, ну, интересно, ну, как бы разделила научно, ну, кто чем преобладает. Я хотел сказать, что такой случай был, и автопроизводители действительно сказали спасибо женщинам, потому что многие вещи, которые появились в автомобилях, они появились благодаря женщинам. Потому что, извините, нам, мужикам, достаточно было руль и педали, а женщина садится, а здесь жестко, а здесь угол, а дайте мне кожаное сиденье, а здесь жарко. Так ну, то есть, дайте мне кондиционер. Конечно, так да, это есть, ну, то есть такое объяснение этому процессу, что автомобили стали лучше благодаря вам. Так, ну і жінка дуже охайна і обережна. І це, про це теж свідчать дослідження. І взагалі кажуть, що жінки ну, не настільки часто потрапляють в аварії, як чоловік, через необачність. Тобто жінка ну, у нас, все ж... У нас буде варіант це перевірити, тому що, ну, от, як ми сказали, ми здесь у вас вже состоялась виставка. Вона йде, вона буде йти до Нового року. Кожен може прийти в музей машини времени з нею ознайомитися. Але впереді головне событие. Тобто зараз іменно в музеї йде регістрація на пробег жінка і автомобіль. То есть, і здесь іменно буде проведення пробег-конкурс. То есть, ми спочатку проїдемо красиво по городу. Конкурс водительського мастерства. Ну, як-то так. Ну, не красоти ж. Но перед этим, ну, всегда мне, я немного ревновал к тому, как байкеры едут красиво по набережной. То есть, мне хотелось что-либо похожее создать, и получился повод. Ну, це неймовірно, да, взагалі. Хочеться то есть, побачити. Мы сейчас регистрируемся, зарегистрировалось из 30, около 12 девушек за рулем. То есть и у нас будет сопровождение полиции, мы сядем, девушки сядут в автомобиль и красиво проедут по набережной в аэрокосмический центр, где будет конкурс водительского мастерства. Там будет три интересных задания, которые они должны будут решить. Но те, кто участвует в пробеге, им не обязательно в конкурсе участвовать. Ну, если будут вопросы, я отвечу, какие Слушай, конкурсы. Как ты красиво сказал, вот для чего. Я не могла понять, женский пробег. Ну, что это такое? Ну, это как-то женский пробег. Ну, мне правда в голове не укладывалось. А какие автомобили? Будут разные? Ретро тоже будут? Ну, так. Конечно. Но у нас главное показать, где присутствует женщина. Ну, то есть, и опять же, этот пробег должен быть красивым. Поэтому на нем будут главные герои, которые показаны в музее. То есть, это будет участвовать полиция, будет участвовать служба такси, будет участвовать скорая помощь. И мы ведем переговоры о том, чтобы среди частных автомобилей, которыми будут управлять женщины, поехал и троллейбус. Ну, то есть, чтобы мы представили все сферы, где женщина управляет транспортным средством. Конечно, она управляла еще и паровозом, но паровоз по Днепру не проедет. А чому, як ви вважаєте, Лариса, у мене до вас таке питання, чому чоловіки все ж так конкурують і так хочуть показати свою зверхність, можливо, над жінкою, кипкують, як тільки жінка за кермом, от у них обов'язково з'являється. Она точно знает, ей нужно этот вопрос задать, потому что она ведет самую серьезную автомобильную передачу. Так, Юлия, вы знаете, я вот скажу так, чего они сейчас кипкуют, я не знаю. То есть у меня иногда, вот правда, я уже достаточно взрослый человек, или может быть дело не в возрасте, а дело в опыте уже, что я прошла этот путь, когда, боюсь сказать, сколько лет назад вышла в эфир программа «Автострасти», но это уже, наверное, лет 16. Когда меня представляли уже зрелую женщину, я не была девчонка, официальным дилером брендов, которые представлены, автобренды, представлены в Днепропетровской области, сидели, это я была как на экзамене. Слава богу, что у меня достаточно такой вот уверенный, наверное, внешний вид, но там заячий хвост вот так вот сидел, когда сидит там 12 мужчин. Ты кто такая? Ты будешь рассказывать об... Ну, правда, Миша, это не кастинг был, это был какой-то допрос, я первый раз с этим столкнулась. На самом деле в жизни вот так вот жестко. Вот так чоловіки не пускають жінку, да, в свою сферу. Кто ты такая, что даже ты рассказать об автомобилях. Будешь рассказывать об автомобилях, что ты о них знаешь. И такие все, да, что ты. Я говорю, подождите, господа, программа называется «Автострасти-дилетантки». Я сразу обозначила свою роль, будете вы будете рассказывать. И это был, с одной стороны, маркетинговый ход, а с другой стороны, это было честно. Я правда о них ничего ну, толком и не знала. Так, ну автомобілі, значить, тут така сфера дуже, ну, чоловіча, все ж вони цей ринок зайняли, так виходить? Ні. Так, ну як, ну якщо вам... За 16 років вам вдалося переконати, ні, що жінка конечно. І автомобіль дуже споріднено, так? Це чи ні? Ну, що на сьогодні? Що зараз ні, ну, відбувається? Ми же... Слушайте, от, Міш, можна я перебію? Да, возможно, да. Это слова будуть не для прямого ефіру. Я не буду ненормативною... Закрываю. Нет, я не буду ненормативною лексикою виражатися. Ну, смотрите. Если, например, допустим, мужчина, ах, баба дура, как она ведет, ла-ла-ла-ла. Ну, ладно, это мы, о, сексизм, там, на-на-на, там, гендерный подход, неравенство.
А если я еду как водитель, и тут реально какая-то дура, но тут же поворот не включает, мне все равно, кто там сидит. Я могу сказать «дурак», могу сказать «дура». То есть я в данном случае обращаюсь не к полу, а к водителю. Ну так, звичайно. Понимаете? Звичайно. Технічно жінка може бути і насправді, може вона не так дуже розбирається, а в якихось деталях. Ну, там, вот я как раз это хотел добавить, что ну, у нас же существует подготовка, и мы работали с автошколами, то есть у нас есть данные, опять же, что приходят сейчас учиться больше. Кто? Мужчина или женщина на права сдавать, как вы считаете? Мишенька, конечно, наверное, мужчина. Нет, больше приходят девушки учиться. То есть, и реально статистика показывает, что если изучение, грубо говоря, правил дорожного движения, то здесь лидеры девушки. А вот в практике, ну, есть определенные сбои, но им много мешает, они о многом думают, как говорят многие с опытом инструкторы. То есть вот управлять женщиной за рулем сосредоточенно мешает тот круг вопросов, который на ней замыкается. То есть вот... Примите багато это, как думає. Сказали. Да. Жінка багато думає, чоловік менше. Ну, а ви як, от, Михайло, як ви ставитесь до жінки за кермом? Взагалі, чому ви вирішили цю тематику в своєму музеї розробити і зараз навіть зробити такий автопробіг? Ну, багато чого пов'язали з жінкою за кермом. Ми повищаємо культурний рівень Дніпра. Ну, для того, щоб у нас цього не було. Тобто люди приїдуть в наш город, а у нас ні, у нас одні дівчинки за рулем. А де мужчини? Мужчини в другому місці, а не на літаючих тарілках. Ну, понимаете, просто по тематике мы всегда подбираем экспонаты, которые есть в музее. То есть у нас совпадало на 50%, плюс мы знали, где остальную часть экспоната взять, это Запорожский музей «Фаэтон». И плюс мы позиционируем, что мы рассказываем про наших днепропетровских автоспортсменов. А вот про автоспортсменок мы не рассказывали. А здесь у нас получился повод, что мы как раз с прекрасной машиной УАЗ-2108 в 200 лошадиных сил рассказали про Татьяну Кравцову, которая неоднократный чемпион Украины. И там никто не делил на мужчин и женщин. Она приходила, боролась на трассе вместе с ней. Миша, изначально в автоспорте никто не делит. Ну, правда, сколько женщин выступает, да, и ну, в кроссе. И сейчас вот настолько изменилась жизнь, что ну, вот, если мы вначале собирали проекты, говорили, а вот женщина в советское время могла получить категорию прав на управление грузовиком, но только на ГАЗ-51, там, где колесо, допустим, там 1.10 м высотой, а вот на ЗИЛ-130 ей права уже не давали. То есть рассчитывая, что типа на том грузовике она не поменяет колесо. То есть не давали права высших по категориям. Сейчас, опять же, информация из автошкол. Вот переворачивайте права, там красивые картинки идут. Трамвайчики, троллейбусы, прицепики, мопеды. Я спрашиваю, на что женщине можно открыть права? На все. На все. Да, то есть вот поэтому как бы это какие-то остатки, с которыми мы сейчас вот с вами в этой студии поборемся, выгоним их и вообще все станет прекрасно. А вы не боитесь, что жінка так заволодіє взагалі цією тематикою и автомобилем, что чоловікові буде мало місця? Так как заднее сиденье большое. Я, наверное, сейчас, так знаешь, в блины уйду. Блины, это просто вот через призму самой себя, да? Тогда на заре я рассказала, с чем я столкнулась. И мне казалось, мне нужно этим мужчинам доказать, что нет понимания доказывать что-то казалось. Потом что доказывать, да? Есть человек умный, есть человек в стереотипах застрявший, скажу мягче. Середина моей карьеры, середина. Мы снимаем прекрасные автомобили в обществе владельцев оружия. И дядечка там один, казалось бы, умнейший мужчина, интеллигентный, но он немножко выпил. И вот из него начинает выходить, он говорит, вы знаете, вы, женщины, уже забрали у нас машины, а сейчас вы, если еще заберете оружие, все. И он на меня посмотрел, я не скажу, что с ненавистью, но с таким вот... И в итоге, что интересно, я говорю, нет, спасибо уже, оружие, ну, хотя я прекрасно стреляю, у меня отец военнослужащий. Подходит через полчаса ко мне... один из владельцев оружейного бизнеса, магазина, да, говорит, Ларочка, а не хотели бы вы так же интересно, эмоционально вести программу об оружии? Я такая, бинго, говорю, нет. Ну что, будем ждать тогда того часа, когда таки все застанется? Да не заберем мы ничего. Чи як? Михайло, ну вы отдасте с задоволением? Какого руль? А у меня можно устать забирать, у нас слишком много музеев машин. Ну, я думаю, поделимся. Изначально, нет, изначально конкуренции быть не должно. Изначально мы не должны никому ничего доказывать. Насправді, дійсно, так, якщо ми вже переходимо вже на той рівень, коли всі ми розуміємо, що кожен з нас індивідуальність, кожен з нас має можливості, і можливостей дуже багато, то як жінка, так і чоловік, вони можуть сісти за кермо, вони можуть зробити все, що їм потрібно в цьому житті, а забирати
ніхто ні в кого нічого не повинен. Михайло Борщ нас загалі, ви вмієте готувати? Ні. Дякую вам дуже, що прийшли сьогодні до нашої студії. Цікавий ефір вийшов. Ну і ваш проєкт теж, він привертає до себе увагу, він надзвичайний. Дуже хочеться подивитись на автопробіг. І я думаю, що люди 20 сентября. 20 вересня вже будуть готуватися, вийдуть на вулиці, хоча би на вулиці. Так? А так можна кудись прийти до вашого музею. Так, і зареєструватися, там анкетка, бочка, все таке. І можна зареєструватися, да, взяти участь. Бочку. Ну да, все, да. Тоді чекаємо вже на нову. А у вас права є? От хотіла спросити, а ви будете, Юля? Ви в мене є, я давно не їздила, категорія БЦ в мене. От про ту, про яку ми говорили колись. Ну приходите в музей, ми вам підберемо, ви ж говорили, все заберете. Ну, я не буду забирати. Я залишу для чоловіків. Залишу. Дякую вам, хочеться побажати усім гарного настрою, такого, як був тільки що у нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.